Всем доброе утро. Доброе утро от Чучи. Сейчас мы его повесим. Уже Чарли прибежал ревновать. Так. Просто я Чучу заношу ночью домой, потому что на улице холодно, и ветер может подняться. И в общем, ну, в чем, пускай дома сидит. Погода у нас пасмурная. У нас, знаете, сейчас какая? Мы можем проблемы. Я люблю, чтобы все было открыто, а он любит, чтобы не было все открыто. И поэтому у нас идет война. Ой, не слышно. Как всегда, пылесосю Чущину. Еду тут у него разбил. Ой, разбил. Ну, поросенок он хрю-хрю. Это я уже немного пропылесосила. Замолчи ты. Вот такие дела. Меньше не становится зараженных. В общем, у нас труба, у нас в Мадриде, сейчас немножко вам расскажу, что там работает. У нас в Мадриде сделали, восстановили, сделали такую провинциальную больницу, госпиталь на 5500 людей. Это где делают ферию. У нас самая вспышка, это в Мадриде, большее количество людей зараженных в Мадриде и в Каталонии, Барселона. Кстати, Андалусия, где мы живем, южная часть, самое меньшее количество зараженных. Вот, что еще хотел сказать. Вот, создали этот госпиталь, уже могут принимать, но 12% всех... Замолчи. 12% всех зараженных – это медики, представляете? То есть, кто нас лечит, они зараженные. Что еще могу сказать? Число заболевших еще не смотрела. Поэтому не могу сказать. Может быть, сейчас по телеку будет, кто-то травку курит. Ну, кто как может, проносит этот карантин. А что еще? А представляете еще что? Морги не справляются с трупами, и их будут, можно, если так сказать, складировать в Ледовом дворце. Хотя бы, чтобы неделю они там полежали. В общем, потому что некуда больше везти трупы, представляете? Вообще жесть. Конечно, трындец. Вот это я кое-для чего приготовила. Сегодня, наверное, сейчас сделаю и вам покажу, для чего. Я тут, в общем, по вашим просьбам, короче, вот этим я занимаюсь. И я вам оставляю ссылочку в комментариях, чтобы вы тоже позанимались. И пишите в комментариях, понравилось вам, не понравилось. Мне очень нравится. Сейчас я это зафихарю. Все. Так что пользуйтесь на здоровье, мне очень нравится. Да, кстати, перед этим я делаю разминку 10-15 минут. Это у меня уже по... Разминка идет, которую мне прислали спортзала. Поэтому лучше размяться, размять мышцы. Хотя они тоже делают небольшую разминку. Растяжку, разминку, как там ее назвать. В общем, как-то так. В общем, друзья, буду шить маски. Масок нету, буду шить сама. В общем, я вчера увидела видео, вот с такой салфетки можно сделать. Это у меня... Хотела выбросить, представляете? Чисто стиранная простынь. Хотела выбросить, потом думаю, сошью себе пару масок. Резинки, все есть. В общем, сейчас посмотрим, что получится. А что? Надо как-то выкручиваться. Вот так надо там несколько этих сложить, положить. В общем, сошью парочку и пускай будет.
большая, но зато всю харю закрывает. О! Это моя первая. Можно, вторую можно поменьше сделать. Но в магазин сходить вполне можно. Еще если очки на сверху. Ну, я красивая. Я специально такой материал взяла, чтобы розовый был. На каждый день, конечно, я ее не буду носить. Но вот так вот в магазин сходить вполне можно. Пишем в комментариях, как вам моя масочка. Кстати, все цивильно. Смотрите. Видите, все как надо. Несколько слоев. Как я ее буду дезинфицировать? Я в ней сразу пойду на крыши. Там у меня приготовлю мыльный раствор в ведре. И сразу, как только приду из магазина, быстренько ее сниму. И в мыльный раствор часика на 3. Вот, потом простирну. И там же ее оставлю сушить. Как-то так. Я не могу иначе. Так, сверху у нас будет это, очки. В общем, да. Ой, не могу. Но все-таки какая-то хоть защита есть, да. Вот сюда очки сядут. Кстати, сейчас посмотрим. А что, друзья, делать? А как жить? Все страшнее и страшнее становится. О, и все. И хрен меня кто узнает на улице. Кстати, не такая она и заметная маска, не выдается, да, как будто вот, знаете, лицо мое. Пишем в комментариях, как вам. У меня сегодня бумажная волокита, потому что нужно приготовить бумаги для налогов. У нас все совпало, у нас все совпало. Страховка, налоги, все на карантине. Муж говорил, типа, это, вот, не плати. Сейчас сказали всем, что можно не платить. Вот, можно в течение потом полугода заплатить. Не вижу в этом никакого смысла. Потому что если я сейчас не заплачу, мне через месяц... Ты замучил. Че, не даешь разговаривать? Все равно, в общем, нужно будет платить. Вот. И мы вчера позвонили этому бухгалтеру. Ну, чтобы уточнить, что почем и как. И он нам сказал, потому что обещает какие-то помощь, знаете, какую-то помощь обещают и частным предпринимателям, и еще что-то. Вот, и муж говорил, типа, ты пока не плати, а потом, когда помощь дадут, я говорю, ты знаешь, говорю, я вот насколько я сколько работаю, я знаю, что здесь кризис, не кризис, карантин, не карантин. Первое, что будут государство делать, это свои денежки забирать. А если не заберут, потом штрафами все равно все придется выплачивать. Поэтому я лучше заплачу и буду спать спокойно. Нам бухгалтер то же самое вчера и сказал. Платить надо. Ну и потом, говорит, он приготовит бумаги для того, чтобы вот просить как бы помощь. Ну не то, чтобы просить помощь, я же закрыта, да. То есть работы ни хрена нету. В течение месяца это все будет продолжаться. Не знаю, сколько что заплатит и заплатит ли вообще, но платить надо. Социальное страхование, вот, налоги, говорю, вот тоже каждый триместр, вот он мне будет делать. Говорю, а как я тебе принесу бумаги? Он говорит, ты принеси, ты мне позвонишь, что ты выходишь, я спущусь. Говорит, мы на улице обменяемся бумагами, и все, и ты пойдешь. А потом, говорит... Платить нужно с 1 апреля по 20. Карантин объявили до 11 апреля. Не знаю. Может быть, еще и больше продлят. Хрен его знает, потому что меньше больных не становится. Мы на улучшение ни хрена не идем. Вот. Ну, банки закрыты. Я в том, что банки закрыты. А там нужно платить налоги через кассу. Какие-то другие можно платить через банкомат, но вот именно эти, по-моему, не знаю, не уверена. Вот, поэтому, ну, он мне расскажет, покажет, что заплатить и что и надо. А социальное страхование, оно само со счета слизывает. Поэтому мне нужно будет сегодня в банк сходить, вот, в банкомат.
И все, вот такие дела. Приготовила бумаги, которые мне дал арендодатель, там за воду, за газ. Все в одно время, представляете, все в одно время. За аренду платить надо. В общем-то, вот так вот. Я сейчас позанималась, сходила по новому приложению. Приложение скачала, я вам его показывала. Ну так, неинтересное приложение. Я люблю, знаете, я не люблю всякие вот... Я люблю танцевать, поэтому я люблю сумбу. Вот вчерашнее занятие мне очень понравилось. А вот так тупо отжиматься или там качать железо я не люблю. Но в спортзале я ходила качать железо, а там знаете какой шел процесс? Так как группа, да, и я же как, я же не хуже всех, блин. Лучше пой, чем вот это вот. Вот, и чтобы не упасть лицом в грязь, надо было делать все хорошо, вот так вот. Ну, мне нравилось железки, Кать, но у меня и железок-то нет, у меня есть резинки там. Вот, вот, вот так да, а не вши-вши. В общем, ничего, сходила Чарли, погуляла, здесь гляжу, все на крыше, женщина в маске, в розовой майке и бегает у себя на крыше, я не могу. Ой, блин, бегает, бегает, а я смеюсь, говорю, сейчас я тоже пойду бегать. Готовить сегодня ничего не буду, в холодильнике на неделю еды, поэтому все равно не съедаем ни картошку вчерашнюю, осталась даже третья часть, наверное, потом еще овощи, которые в духовке делала, в общем, всего дофига. Готовить сегодня ничего не буду. Вот сшила маску, а сходила хлеб купила, у нас здесь же хлеб развозят, я вам показывала пару раз, и я такая с балкона ему говорю, спросила, сколько стоит, спустилась, купила батон хлеба, и все. Вот такие вот дела. Так что я сегодня целых два раза на улице была, ну, не считая, что на крышу лазила. Дождик то идет, то не идет, не поймешь, что. Чарли отдыхает после прогулки, еще он где-то клеща подхватил, представляете, смотрю прям у глаза, вот тут у него клещ. Я его быстренько, но он не присасывается, он у него, так как у него ошейник, он у него просто сидел, я его туалетной бумагой взяла и отнесла в туалет и смыла благополучно. Алкоголь надо, я всегда раньше в алкоголь кидала, но сейчас алкоголь у нас, спирт на вес золота, поэтому на каких-то клещей я тратить его не собираюсь. Такие вот дела. Пока лежим. Отдыхаем, а сейчас часиков 3-4, когда мало народу будет на улице, пойду в банк схожу. Тут друг, который нас не оставляет, который нам, помните, еду привез. И все такое. Он сейчас приедет опять. Они созваиваются с мужем каждый день. Привезет маску. Маску и какие-то там эти, как их называется. Ну, чтобы отремонтировать телевизор. Ну, вот. Так что... Вот этот друг просто работает, но развозит продукты в бары, рестораны, чистящие средства. Ну и вот про нас не забывает, кстати, уже у дверях стоит. Никаким лифтом я теперь уже не пользуюсь. И хоть как-то разминаться. Хотя у меня, знаете, после вчерашнего все болит. У меня вчера был активный день, поэтому нормально. Маска. Так вот в конверте и какая-то вот эта деталька. Вот так что мне теперь, не знаю, одна там или несколько. Но это только в магазин сходить. Вот. А так на улицу я все равно ни с кем не встречаюсь. Поэтому нам без надобности. Ох. Мусор надо сегодня еще вынести. Гуапу, именинину керачутя Митику, а именинину Тику, а вы на кими Тикитина, а чё это? Не та? Так, протираем руки спиртом. У нас уже, сейчас скажу сколько. Знаете, я много раз говорила, что я дома не могу сидеть вот так просто. У меня от сидения на диване или еще где-то, все сюда поставлю вас, ладно, начинаются головные боли. Я посижу полтора часа дома, ну, на диване там или полежу, и у меня башка начинает болеть прям вот отсюда, все вот так.
Поэтому мне постоянно надо что-то делать. Я раньше за собой этого не замечала. Вот, нет, но я знала, что я не могу сидеть без дела. Ну как без дела? Там я не считаю себя супер деловой какой-то, постоянно занятой. Ну вот, машинку ставлю. Ну вот, по крайней мере, я говорю, не сидела на диване целый день. А сейчас просто я уже, не знаю, все переделала. А башка начинает болеть. Сейчас пойду кофейку заделаю себе. Дождь обещали, солнце вышло. И тепло так на улице хорошо. Вот, сейчас кофейку себе забацаю. Что-то захотелось с инжиром. И все. И опять на диван. Фотку в Инстаграм сделала прикольную. Заходите, подписывайтесь. Ссылочка внизу в описании. Вот. Как-то развлекаем себя. Ой, в банк мне надо идти. Сейчас кофе попью и в банк пойду. Пойду я в банк. Что-то какой-то тоже дождик идет. Идет. Не поймешь, что за погода. На улице, как всегда, никого нету. Я в этой стороне уже не была, наверное, не знаю. Неделю, наверное, не была. Я же в эту сторону не хожу. Прям как-то странно идти туда. Но мне нужно денежку положить в банк. Вот, поэтому жизнь все равно идет своим чередом. Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Надейся и жди, надейся и жди. Что-то мне эта песня на ум пришла, и она очень актуальна, мне кажется. Надо перчатки одеть, а то, знаете, полиция обращает сейчас внимание, что мы без перчаток. Несмотря на то, что я никого ничего трогать не собираюсь, но все равно надо надеть. А еще там вот бомжик идет с коляской. В коляске у него вся его жизнь. И идет, у каждой мусорки останавливается. И вот он останавливается, и я в 3 метрах от него. И жду, пока он сделает ревизию мусорки. Ой, блин, и смех, и грех. Такие вот у нас какая-то, знаете, идешь как куда-то приключения какие-то, знаешь. Идешь, вот когда идешь какой-то поход, когда тебя ожидает, не знаешь, что тебя ожидает, так и тут. Идешь и не знаешь, что тебя ожидает. Полиция или еще что-то. Я взяла с собой ну, карточку, паспорт, все дела. Ну, блин, мало ли. А у нас все цветет, все пахнет. Сейчас еще по телевизору передают, чтобы симптомы с коронавируса не путали с аллергией. Вот, знаете, у нас мы дома с мужем, у него горло першит, у меня першит. Температуру мерим 15 раз в день. Но это все, видимо, аллергия. В общем, да, как-то так. Ветерок какой-то взялся. Никого, видите, на улице пустота. Время 3. Нет, что вру-то. Время 5. 3. Время 5. И сейчас уже почти никто не будет выходить на улицу. Так что хорошее время. Вот на балкон выходят, подышат свежим воздухом. А он действительно сейчас свежий, потому что на улице не... Ой, Чарли дела делает. Ни машин, ничего, в общем, да. Пришла позаниматься. Сегодня у меня будет по программе сумба. Надо чередовать. А то скучно одно и то же делать. У нас, наверное, ливанет, там такие тучи. Так что надо поспешить. Позанималась, опять вся в мыле. Сейчас прикол такой. Вот тут я стою, занимаюсь, да? И вижу оттуда, с той стороны, от отсюда, видите? Такая голова. Соседа. Такой смотрит на меня. Я обратно испугался. У меня такой ржач. Неужели не видит? Камера стоит, музыка звучит. Подглядывать решил за мной. За мной подсматривают, наблюдают. Так смешно вообще. Вот так прям жук бы назад.
общем, вот так. На сегодня занятия закончены. Наверное, ночью дождь ливанет. Как иначе? Смотрите, какая погода. Шепчет. На море шторм. Хотела приблизить море, но там отсвечивает все. Отсюда убрать, а то он будет летать. Если ветер, тут же все у нас летает. Снег кружится. Летай. Теперь попью зеленого чая. Пойду и в душ схожу. И переоденусь. Я сегодня в спортивной одежде. А то, знаете, вчера в пижаме, она вся мокрая, неудобно в ней. В общем, да. Время. Мой ужин. На сегодня грейпфрут. Буду лопать. Не знаю, что у меня там на голове. Ну, что-нибудь есть. Вот. Досматриваю сериал «Дочь посла». Прям классный сериал. Всем советую. Турецкий. Кто любит турецкие фильмы. И вот сейчас под вкусный грейпфрут. Надеюсь, что он грейпфрут. Помело. Надеюсь, что он вкусный будет. Закончу этот сериал. И завтра начну какой-нибудь новый. Магомаев, наверное. Что-то я везде смотрю, его вроде бы как хвалят. Так что вот так. Ищем досуг. Вышла на балкон. Здесь, как всегда, хлопают. Время 8. Там где-то прям вдалеке много. Ну, хотя время еще не 8, 3 минуты не хватает. Так что людей становится больше и больше. Там даже в кастрюлю бьют. Смотрите. Присоединяются люди. Сейчас похлопаю тоже. Там даже, смотрите, как это. Не цветомузыка, как это. Указка такая, которая светится. Дети хлопают. Тоже традиция. Мне кажется, это будет каждый день. 100%. А у вас хлопают? В ладоши. Сделала сторис. Здесь, в общем, показала, что 39 673 человека зараженные. 2696 умерли. Это сегодня самый худший день за весь этот коронавирус. 500 с лишним человек за один день умерли. Сидите дома. Нехрен делать на улице. Давайте сидеть дома, чтобы быстрее все это нахрен закончилось. Иначе оно ни хрена не закончится. Если мы будем шляться по улицам, по магазинам, ходить за хлебом 15 раз в день или за семечками, например, то все это никогда не закончится. Так и будем друг друга заражать, умирать, подыхать. Блин, ладно. Встретимся с вами завтра с надеждой на то, что больных будет меньше. Потому что медики уже, особенно в Мадриде, у нас Мадрид, это самый пик, где много, больше всего зараженных. Там медики уже просто опускают руки. Они уже не хотят ни работать, ничего. 12% из всех зараженных это медики. Сегодня умер полицейский, 47 лет. Это я к тому, что этот вирус не только пожилых касается. Полицейский, он, наверное, был в отличной форме. И взял, и умер. Поэтому это всех нас касается. Хрен его знает. Может, переболеем, а может и нет. Хотите умирать? Идите в магазин за хлебушком. Просто за хлебушком. Или заразите там, например, кого-нибудь, и по вашей вине возьмет кто-нибудь и умрет. Просто уже зла не хватает. Каждый день встаешь и думаешь, блин, как там ситуация, лучше, не лучше, а она все хуже и хуже и хуже и хуже. И кобздец какой-то.
Вот такой нотки будем с вами прощаться. Всего самого наилучшего и сидите дома.